Давайте я припомню, мы увидимся. Извини, пока. Погнали. Сегодня комментарии подключили. Погнали. Первый вам посмотрим. Ха, не забыть бы про тот подозрительный ящик на крыше. Подозреваемые открыли огонь по сотрудникам полиции. Происшествие в Робинсоне. Прием. Помнишь, как в нашем детстве взорвалась паровая труба? Чтобы такого не повторилось, есть эта станция. Она измеряет давление в трубах и выделяет проблемные зоны. Похоже, давление опасно выросло. Надо что-то срочно предпринять. Спутники Аскорб присылают карты сейсмической активности. Если хорошенько ударить по земле в нужных местах, они покажут, где давление повышено. Такое давление обычно бывает от засорившихся стоков. Когда найду их, смогу прочистить парой хороших ударов по земле над ними. Подключил линзы к научной станции. Высокое давление красный, обычное синий. Ладно, пора идти. Надо спрыгнуть с приличной высоты, чтобы набрать силы. Нашел проблему. Call Black с дизайном знаменитых картин. И получи бесплатное обслуживание навсегда. Тинькофф, он такой один. Виноват. Но это не последняя опасная зона.
Надо найти другие точки высокого давления. Нужно ударить по земле еще где-нибудь. У меня мало времени. Окей. Ух ты! Человек мало. А можно селфи? Починил. Но это еще не все. Потороплюсь. Лучший способ снять напряжение. Вот бы в жизни было всегда так просто. Еще как, чувак. Станция Гарри предотвратила взрыв. Они не решат... Це ее закрыть. Я справился. Так. Good, Spidey. Don't worry about it. Отслеживает GPS-чипы, вживленные в птицы других животных. Собирает данные об окружающей среде, как хотела мама. А еще улучшает GPS-сеть Аскорб, как хотел папа. Короче, все в порядке. Наверное.
Прости, я должен был сразу сказать тебе не тратить на нее время. Эй, этот прибор поможет мне выследить сбежавшего паука-бота. Это потеря не из дешевых. Ладно, я усилил сигнал связи на другом паука-боте. Он сможет отследить братца. Я потерял сигнал сбежавшего бота в том парке. Там и выпущу этого. Обычное дело. Выгуливаю в парке своего паука-бота, как все. Хорошо, он поймал сигнал сбежавшего паука-бота. Где же он? Может, его нашел и унес домой ребенок? Такой игрушки больше ни у кого нет. Сигнал сбежавшего паука-бота. Где же он? Может, его нашел и унес домой ребенок? Такой игрушки больше ни у кого нет. Я прогнал алгоритм поиска в узких местах. Эта труба подходит. О, нет. Надеюсь, его не сбили. Пешеходные переходы Нью-Йорка небезопасны. Он оказался путешественником.
Включилась тревога? Что? О, да быть того не может! А если я напугаю птицу, она уронит паука-бота и сломает его. А этот голубь силен. Он в птичьей тренажерке клювом не щелкал. И вот мы в гнезде. Ух ты! Это же мой паука-бот! Я поймал пернатого клептомана! Теперь, когда я знаю, где они, начнем спасательную миссию. Гарри очень помог мне в тот раз. Вот бы отблагодарить его. Придется доработать паука-ботов перед тем, как снова отпускать их на прогулку. Когда-нибудь ехали на работу или в церковь, думая о своих делах, и вдруг, бах, колесо попало в яму, машина сломалась, и весь день на смарку. Что ж, вы знаете, кого винить. Нет, не городские власти. Человека-паука. Его заметили спрыгивающим прямо на землю с огромной высоты. Оттуда и ямы. Зачем? У меня только одна догадка. Он нас всех ненавидит и хочет, чтобы мы страдали. Пит, эта станция наблюдает за морской живностью. Тут у нас есть набор лекарств на любой случай. Симптомы некоторых болезней — это то, что не должно случаться с живыми существами. Похоже, у этой рыбы бактериальная инфекция. Надо разобраться с этим, пока она не попала на чей-то стол. Давай. Этот антибактериальный спрей должен вылечить рыбу. Надо только опрыскать воду. И быстрее, пока люди не подхватили болезнь. Сначала доберусь до порта. Источник проблемы в тех бочках. Нужно достать их из воды. А! Зовите меня дружелюбным соседом-мусорщиком.
Эти бочки умнее некоторых злодеев, с которыми я дрался. Да. Разобрались. Это идеальная точка для опрыскивания. Если распрыску равномерно, остальное сделают течение. Вакцина нужна везде. Рыбы передадут ее друг другу. Что хорошо, потому что я не хочу гоняться за каждой из них. Судя по карте течений, нужно опрыскать еще район. Еще бочки. Очевидно, они являются источником заражения. Избавлюсь от них. Что хорошо, в бочках они не стреляют в меня. Ну да. С другой стороны, эти бочки не понимают моих шуток. Можно опрыскивать. Ну же, рыбоньки, это для вашего блага. Вот поэтому я не держу дома рыбок. А Джеймсон потом расскажет, что Человек-паук отравляет воду.
Ладно, найду подходящее место для сбора проб. Рыбки уже должны выздороветь. Все чисто. Ну, по портовым стандартам. Эпидемия остановлена еще до ее начала. А Скорб будет вынужден признать пользу от этой станции. Всем постам, по полицейским стреляют люди в масках. У нас вызов из района Антонии. Друзья, вы знаете, что я всегда открыт для разных точек зрения. После того, как офицер полиции публично обвинил меня в том, что я наговариваю на Человека-паука, и все это слышали, и люди не переставают трещать об этом, я согласился обсудить это. Здравствуйте, офицер. Спасибо за приглашение. Так вот, мы с напарниками попали в перестрелку с отчаянными мерзавцами, которым было нечего терять. Они убили бы нас, не моргнув, поверьте. Но нам помог Человек-паук. Хорошо, пусть так. Я же не говорю, что он только вредит городу. Просто он создает проблем больше, чем решает. Вы же учились в академии, верно? Вас готовили, учили соблюдать устав. Конечно, но и он тоже знает, что делает. В этот раз у него все получилось. Но в следующий раз Человек-паук может стать причиной многих смертей. Ну, он же ни разу не стал, правда? Каждый из нас останется при своем мнении. Спасибо за службу. До свидания. Эта станция анализирует грозы и служит предохранителем для остальных. Они все подвержены ударам молнии, которые могут стереть данные из них. Так что в случае опасности они автоматически отправляют все на сервер. Просто убедись, что она работает. Кажется, надвигается буря. А автоматическая передача не работает. Нет времени программировать. Надо связать передатчики станции вручную. А потом забраться на здание Оскорб и настроить приемники. Первый передатчик у меня над головой. Так, мои линзы подсветят передатчики красным. Есть. Теперь добавим звенья в цепочку. Здесь становится страшновато. Готово. Черт. Энергия приемников дает положительный заряд. А значит, в меня может ударить молния. Мой заряд растет. Надо быстрее, или меня ударит.
Еще один. Не время праздновать. Готово. Черт. Энергия приемников дает положительный заряд. А значит, в меня может ударить молния. Мой заряд растет. Надо быстрее, или меня ударит. Этот настроен. Готово. Черт. Энергия приемников дает положительный заряд. А значит, в меня может ударить молния. С научной точки зрения мне все понятно, но все равно есть ощущение, что Вселенная хочет меня убить. Будто весь город — большая электромухобойка. Начинает получаться. Любуюсь видом позже. Какой?
если не поспешу, зажарюсь. Пора забраться на башню Аскорб. Надо повернуть их от спутников по направлению друг к другу. Удалось. Итак, паук сплел сеть данных. Привет, Пит. Хочешь хорошую новость? Конечно. Для разнообразия пригодится. Вышла моя новая статья. Аскорб сообщает, что научные станции Гарри дают полезные сведения, и они их профинансируют. Ты шутишь? Это прекрасно! Быстрее бы рассказать Гарри. Он не отвечает на мои звонки, странно. Я знаю, как для него это важно. Его мама бы им гордилась. Все это было для нее. Ты тоже немного помог, Тигр. Ты хороший друг. Как и ты, Эмджей. И Гарри точно знает об этом. Жду не дождусь статью. Удачи, пока, подвиг. Почему не дам? Вылетает. Я не понимаю. Удачи. Пока. До скорого. 20.